будут универсальными. Это универсальная платформа для всех наших будущих изделий. Это усилительная техника, как и процессорная техника. И транспорт цифровых файлов, который должен в 2020 году, все-таки мы, думаю, доделаем его окончательно. Так что всю первую половину года мы потратили, собственно, вот на работу по конструкторско-механическую работу. Вот. Ну что получилось? Я тогда буквально еще два слова. Значит, Apollo в итоге это уже серийное устройство, которое вы можете видеть, потрогать и пощупать у нас на втором этаже. Никаких изменений в нем уже не будет. Это действительно изделие абсолютно доведенное или законченное. Надеемся, что в конце первого квартала 2020 года в серию пойдет уже первый усилитель наш интегральный Титан. Ну и к концу следующего года, надеемся, уже будет и транспорт цифровых файлов в эфир. Вот такой план у нас. Все, к сожалению, сдвинулось на несколько месяцев, даже на полгода. Ну тогда об основных, на что потратили мы еще этот год, я попрошу Дмитрия пару слов сказать. Вот. Ну и в конце нашего общения тогда уделим некоторое время кабельной теме. Игорь Михайлович расскажет тоже о наших новинках. Петр Ильич, вступительном слове. Вкратце описал ситуацию с нашими новинками, с нашими изделиями. Немножечко добавлю по поводу вот вынужденной задержки производства по введению в серию устройств. Дело в том, что действительно мы вынуждены были, даже не только вынуждены, а мы вот результатом серийных образцов, по результатам эксплуатации и изготовления установочной партии первого поколения командного преобразователя Apollo, мы пришли к выводу о том, что необходимо существенно, кардинально переработать концепцию самого корпуса. В первую очередь это касается его свойств механико-технологических и, естественно, эстетических. То есть мы долгое время совещались, думали, опрашивали людей, кто так или иначе сталкивался с нашей продукцией, что хотели бы увидеть и что мы сами хотим или хотели бы тогда увидеть в результате на выходе в качестве законченного варианта продукции. Пришли к выводу, что надо полностью менять концепцию корпуса. А что получилось? Вот вы видите рекламу в проспектах, и у нас даже в комнате прослушивания. Живой аппарат уже из серийной партии, которая запущена в производство, которая выпускается уже серийно. Сейчас в производстве находится второй ран уже изделий. Это уже аппарат, доведенный до серийного образца. Корпус был полностью переработан. В плане изменения конструкции его несущей части, то есть мы перешли от концепции несущей плиты к концепции несущих опор, что существенно улучшило его виброизолирующие, вибродемпфирующие свойства. Причем сама идеология построения сборки корпуса мы сохранили таковую, которая была принята в первой поколении Apollo, то есть это самофиксирующиеся клиновые соединения, гарантирующие максимально высокую прочность этого изделия, то есть, по сути дела, эквивалентную цельнофрезерованному из единого монолитного блока металлического устройства. Но это, конечно, потребовалось много времени, потому что подготовка технической документации, математическое моделирование всего этого, прямоемкие вещи, значит, ну и само производство, безусловно, то, чтобы на производстве сделали то, именно то, что мы хотим получить, это не так просто добиться. Но, слава богу, все эти этапы преодолены, это все сделано, то есть корпус окончательный. Более того, в концепцию корпуса мы изначально при его обсуждении, при его доработке закладывали идею того, что в этом форм-факторе, visual форм-факторе, будет строиться вся линейка устройств, черноэлектронных устройств, черноаудио, усилители мощности, сетевые регенераторы, транспорты, цифровые транспорты, рендеры и так далее. То есть корпус должен быть настолько универсальным, чтобы, по сути дела, позволял без потерь качественных вместить в себя любое устройство, которое так или иначе имеет отношение к аудиотехнике.
Собственно говоря, сейчас вот как раз находится в подготовке к серийному производству установочной партии, к изготовлению установочной партии усилитель, полный усилитель «Титан», значит, он будет в таком же вот этом Visual Form Factor, корпуса, несущие, опорно несущая конструкция, но это уже отдельный разговор, это следующий год, это некоторый план. Что касается нашего серийного, уже теперь я совершенно с полным основанием, скажем, действительно серийный САП, серийного ЦАПа пол третьего поколения. По корпусу все вроде понятно, все это видно снаружи, то, что не видно снаружи, вкратце сказал, то, что вкратце не сказал, это значит уже вопрос более, так сказать, технически подробный. Он, кроме всего прочего, на основании, опять же, опыта эксплуатации установочной партии и некоторых экспериментальных образцов, была доработана схемотехника. Мы, например, в этом году мы перешли полностью на наши собственные генераторы, в которых ставятся кварцы с пластинами, нарезаемыми нам под заказ. То есть это не стандартные пластины, то есть они являются как бы генераторами, производимыми серийно, но пластины специально режут под нас, по нашему техническому заданию, по нашему расчету. Имеет это существенное влияние, естественно, существенно понизило уровень низкочастотного фазового шума, где-то примерно на настройках ниже 100 Гц основной частоты. Это уронили фазовый шум децибела на 3 как минимум, благодаря нарезке той, которую мы рассчитали. Вот. И, соответственно, теперь мы применяем именно исключительно наши кастомизированные генераторы ручно-кварцевых пластин. Доработали схемотехнику, перешли на единую плату всей сигнальной части, без разнесения источников питания и части обрабатывающей сигнал. Это тоже как бы дало свои плюсы. Топологию печатной платы изменили, ну и в определенной мере доработали, конечно же, схемотехнику, в счет того, что какие-то моменты учли пожелания, учли наши эксперименты, в частности, мы переработали схемотехнику буфера для балансного выхода и формирователя балансного сигнала. Сейчас это широкополосный формирователь, который дифференциальный сигнал в полосе 1 МГц формирует с точностью лучше, чем 0,5 градуса, без практического нет постоянного тока до МГц. Вот, дополнительно изменили тип буферизации основного небалансного выхода, опять же, на основе наших экспериментов прослушивания и некоторых теоретических сканий. Сейчас используется в качестве выходного буфера повторитель в классе А на ПНП-транзисторах, то есть от НПН мы отказались, но там по ряду причин, даже чисто теоретических, там есть определенные моменты, которые в общем и целом дают предпочтение ПНП-транзисторам при буферизации. Пересчитали, перепроектировали силовые трансформаторы. Сейчас, на сегодняшний день, все силовые трансформаторы для пола рассчитаны и изготовлены, по сути дела, по факту, по своим технологиям, по своему расчету, это, считайте, выходные трансформаторы ламбо-усилителей. Индукция такова, что искажение на частоте 50 Гц при амплитуде 300 Вольт меньше процентно получаются у них, то есть это нормальный выходной трансформатор для ламбо-усилителя. Естественно, он работает в качестве питающего трансформатора, очень качественно, он почти что лишен переходных процессов от коммутации диодов выпрямителя, у него, собственно, добротность паразитная мала, это так называемые мягкие трансформаторы, ультрамягкие трансформаторы. Перешли на специфичные полупроводниковые приборы выпрямителя, карбидокремниевые истинные диоды шотки, полностью отказались от обычных диодов шотки, которые всегда так или иначе в себе несут в теле кристалла паразитный, ну не паразитный, а защитный диод, лавинный, обратный для защиты мягенькой структуры шотки от пиков перенапряжения. Сейчас применяются истинные диоды шотки, карбидокремниевые. Вот. Ну и в существенной степени подверглись изменению часть программного обеспечения внутри ЦАПа. На данном этапе мы практически полностью, то есть на, с вероятностью 98-98,5% удалили переходные процессы при любых перекоммутациях внутри и между режимами ДСД. То есть, насколько вы знаете, люди как бы вовлеченные в аудио, что ДСД-сигнал вещь весьма своеобразная, никаких данных в самом сигнале о том, пауза, это отсутствие сигнала или присутствие сигнала, нету. То есть приходится для того, чтобы с штатными средствами современных микросхем ЦАПов или цифровых фильтров определить это можно, ну, с вероятностью там, процентов 70-75. Некоторые товарищи у нас иногда на форумах пишут, что да, это все можно решить стандартными средствами, там,
мутации, так сказать, регистров и ослабления ЦАП, нифига подобного, это вырешить 70%, остальные 30% останутся. Вот эти 30% мы еще несколько месяцев занимались вылизыванием алгоритма определения, что же есть сигнал, что же есть пауза, где он есть, где его нету, и что есть переходный процесс, а что есть все-таки динамический сигнал. Получилось, ну, в худшем случае 98-97,5%, ну, реальная вероятность полностью 98,5%. Вот. Это большое достаточно достижение, я считаю, потому что на самом деле проблема не решена никем в мире, ну, и на местном числе полностью, тоже на 100% она не решена, но в данном случае я считаю, что результат получился достойный. То есть никаких лично мне в процессе экспериментирования, в процессе отладки алгоритма при тысячекратной коммутации между типами и самого DSD режима потока, между коммутацией между останов, PCM останов, старт DSD, PCM без останова старт DSD практически полностью исключился. То есть мне не удалось за тысячу коммутаций наблюдать ни одного переходного процесса энергии более чем минус 60 дБ. Простым языком скажем, переходный процесс, что это такое? Переходный процесс щелчок, да. Переключаешь DSD режим с одного на другой и в колонках щелк так хорошо по динамичкам, по ушам. Вот это все мы... Ну, простым языком всегда получается объяснить, это уж мой недостаток. Извинения за излишний техницизм. Все-таки инженерии дают о себе знать. Вот. Ну, что получилось, можно услышать здесь, можно услышать у нас по договоренности в комнате прослушивания. Получилось хорошо, я считаю. То есть я на самом деле как разработчик, как человек, который этот проект ведет уже несколько лет, я результатом нынешним доволен. То есть это понятно, что сам никогда не будешь доволен полностью, но то, что получилось, оно уже очень, так сказать, вызывает меня удовлетворение. Богаче звучание, ну, можно, я говорю, это все. Дело субъективное. Опять же, я сам удовлетворен. Коллеги тоже вроде нравится. Ну, вы можете послушать. Всегда рады будем тем, кто готов посвятить часть своего времени прослушиванию и оценке наших изделий, в том числе. Если какие-то вопросы, то есть это очень вкратце. На самом деле это очень большая работа была. Все это занимало ни день, ни два, ни три, ни пять. Это большая и сложная работа, которая велась систематически. Не просто там взялись, а вот давайте-ка сделаем. Нет, так не получается. А давайте-ка сделаем, не получается. Получается только... Это эволюционно. Получилось. Вот. Поэтому вкратце так. Если какие-то у вас вопросы, подробности хочется узнать, буду рад ответить. Можно вопросы прийти? Можно, конечно. Да. Сердечник у трансформатора, какой материал? Сердечник у трансформатора электротехническая сталь. Ну, по старому обозначению это будет Т-360. Ну, старая, по Т-360. Значит, электросталевские сердечники, намотка отжиг в водороде и дальше намотка без механических напряжений с мягким чумаком. Значит, уметь не тянуть. И медь не тянуть, и железо не передать, отожженное, свежеотожженное выше точки кюри. Мотаем без каркаса? Мотаем без каркаса. А тип сердечника? Тип сердечника, значит, сейчас я не помню точно его типа размер. О-образный сердечник, О-образный, безразрезной, с высоким сопротивлением первичной обмотки, то есть у него эффекты, то есть у него достаточно большое количество витков, эффекты связаны с его насыщением за счет тока постоянного и четной гармоники, все эти постоянные составляющие. И так далее, они сильно снижены за счет того, что первичное сопротивление первички достаточно высокоактивное. Ну, то есть так называемый ультрамягкий трансформатор. Пропитки нет. Внешняя заливка, кремний органика, алунт. Кремний органика, алунт. То есть 92 нет. От пропитки отказались принципиально, увеличивает емкость межомоточную. Есть электричество принесли, да, выше единичек. Да, она существенно выше, там был третий резонанс сползает почти в два раза, поэтому вот пропитки отказались. Но внешняя заливка вот этих вот с этим органическим компаундом, с алунтом дополнителем, она... Каркас-то даже без щечек. Без всего, просто без всего. Намотка. Изоляция мягкая, значит, лапсан терапласт, дальше намотка. И... Широкозонный полупроводник, кремний, это самое, то есть карбикремний, да. Применяете, да. А синхронное детектирование не ставите. Ну, тут идет уже вопрос об излишнем усложнении. На данном этапе карбикремний.
Это возможно, задумаемся в дальнейшем. Но на данном этапе кардиокремния сейчас устроен. Ну, падения нам фактически нет. С другой стороны, ну, вольт, но я на обмотке добавлю напряжение. Тепла там не так много выделяется. Тепла нет, но он высокой температуры. Да. Они не плавают, ничего не делают. Выше кремния, но широкодонный плавает. Да, да. Ну они все там, не 600 вольт, по-моему, их и нету. Их и нету, да, и они же не могут сделать его просто. Ну вот почему и плюс, у них нет этого защитного диода. Есть, есть. Никаких нормально, 1000 вольт, это нормально, это как для шорки. Да. Давайте еще вопросы. Да, пожалуйста. А скажите, расскажите про ваши новые эти усилители, и чего там еще задумали? И скажите. Много еще задумали. Транспорт. Давайте не будем торопиться. Всему свое время. Концепт этого усилителя у нас уже работает 2 года. Это циклотрон на транзисторах. Вот, мы планируем, как я уже сказал в выступлении, завершить работу по нему. Поскольку корпус уже отработан, можно сказать, во всяком случае, будет до Нового года отработан окончательно. Вот он будет выглядеть примерно так же, в таком же форм-факторе. Единственное, так сказать, по бокам будут ребра теплоотвора. По своей концепции он не поменяется. Это будет абсолютно пассивное устройство. Никаких дистанционных регулировок там не будет. Это наша принципиальная позиция. Собственно, не только в этом, но и в последующих устройствах, только ручное управление. Если нужно что-то покрутить, встал, подошел, покрутил. Не поленись. Да. Да, совершенно верно. Это труд. А труд сделать, я на человека. Здесь кто-то недавно хорошую мысль где-то я вычитал. Чем чаще происходит тактильный контакт с устройством, тем лучше, так сказать, тем больше любовь и привязанность к этому устройству, тем лучше оно работает. Вот я, собственно, девушки, да. В конце концов, послушайте, ну мы же, я не знаю, как все, наверное, но большинство-то точно в своей жизни пластинки используют до сих пор. Это формат, который никуда не ушел. Поставить, настроить руку и поставить на нужную дорожку, это нужно сделать рукой. Никакой автомат, никакой робот этого для вас не сделает. Поэтому в аудио, мне кажется, уже человечество настолько устало вот от этих всех сверхмобильных, сверхбыстрых и чересчур, я бы сказал, да, умных вещей, что, в общем-то, хочется все больше и больше руки тянутся к чему-то какому-то первобытному, первоистокам, подойти, встать, как вы правильно сказали, с дивана и тихонечко тронуть ручку громкости. Собственное производство регулятора громкости. Сам регулятор нет, конечно. Регулятор, по большому счету, что регулятор громкости некая, по сути дела, либо микросхема, либо набор релюшечек, либо что-то. У нас, в принципе, электронный регулятор. В данном, значит, само сенсор его энкодер оптический, который уже управляет перемножающим цифрами. Принципиально. Нет, почему? В данном случае дело не в принципиальности. Мы в свое время вот делали макетные образцы, например, предварительных свидетелей ламповых. Там стоит релейный регулятор или аттенюатор. Потом пробовали различные типы электронных регуляторов, то есть на перемножающих цифрах, на коммутируемых ключами резистора. Ну, сейчас пришли к тому, что оптимальный по всем и по звуковым свойствам, к субъективному восприятию, и по качеству объективному, по уровню искажений шумов и так далее, это, грубо говоря, перемножающий цифр с операционным усилителем собрания. То есть пока что лучше в электронных регуляторах, я ничего не нашел, он, в общем-то, приближается к тем же элитиниотам, только это. Вот элитиниатор — это вот два вот таких вот на платье, если релейный делать его, две по площади, два смартфона. А это все-таки достаточно компактное устройство, тем более современные те же ЦАПы, умножающие четырехквадратные, они ну, реально позволяют вот, в линейном режиме, в режиме усиления, умножения нового сигнала, там опорное напряжение, коэффициент заданный,
ЦАПом, получить искажение там при вольтах минус 130 дБ вообще не проблема ни разу. И уровень шума там минус 127-125 дБ тоже не проблема ни разу. То есть это устройство, которое весьма-весьма линейное, которое и субъективно-то они звучат хорошо. То есть вот сравнение прямое там элитиматора с перемножающим вот этим вот ЦАП, ЦАП-регулятором, квадратным ЦАП, не всегда отличишь, если правильно. Все, вот я понял, смысл пропадает. Да, да, то есть можно, нет, с точки зрения вот как бы некого понтов или идеологичности какой-то такой вот хороший, в хорошем смысле этого слова, можно, конечно, сделать релейный там аттенюатор или взять вообще там шаговый искатель, например, с палладиевыми контактами, вообще просто шикарно, но это вот, вот и куда это поставить. СБР матрица и комок ключи, они в одном кристалле, это отдельные? Да. Можно потребительский вопрос? Да, пожалуйста. Вот у нас на сайте несколько выходов. Да. Цифровых. Вот вы сами... Цифровых выходов нет. Ну, входов. Специалист. Входов. Цифровых входов. Специалист входов, конечно, говорился. А, вот вы много испытывали, пробовали звучание. Какой вход вы считаете? Я считаю все. Все, все зависит от формата того, который вы предпочитаете. Но если формат позволяет использовать все три. Ну, понимаете, например, вот SPDI вход, он зачем перекодировать в USB что-то, если есть, например, у вас транспорт, ну, CD-диск, он, у него есть выход SPDI или AES. Смысл его перекидывать в компьютер, перекодировать, значит, и запускать через USB, ну, когда можно просто подогнуться камеру. Если у вас есть некие, как бы, коллекции аудиофайлов в компьютере, там, флаковских каких-то, рыбаловских, ну, неважно, смысл его конвертить через, извиняюсь, не то место, SPDI через какие-то конвертеры его могут давать, никакого. Подайте его прямо в потоке USB, то есть в пакетной передаче. К этому надо подходить творчески, пробовать и выбирать лучшие. Поэтому, собственно, мы предлагаем полный набор этих опций. И к тому же мы предлагаем полный набор, сейчас я завершу мысль, полный набор замечательных цифровых кабелей. Балансный, почему один, а не два? Вход вы имеете на цифровой? Это не предусилитель, это ЦАП. Зачем там два? Зачем два балансных? Дело в том, что это по сути АЕС. Вот есть же транспорты, которые больше частоту позволяют передавать через балансный. Балансный вход у нас... Это, наверное, профессиональный. 192 кГц, 24 рада максимум. Стандарт АЕС в себе, в своем протоколе, несет возможность передачи максимальных два канала по 24 разряда со частотой дискретизации 200 кГц. Это стандарт АЕС международный. Из него сделан вход АЕС ЕБУ, который балансный. Смысл делать его два, он для бытовой аппаратуры, это умирающий стандарт. То есть, на самом деле, чем дальше мы живем, тем меньше остается транспортов, которые используют балансный выход цифровой. Соответственно, я, честно говоря, вот из моих знакомых, кого я знаю, вот так близко достаточно, ни у одного человека нет больше, чем одного источника с XLR-выходом цифровым. А если был, да. Ну вот нет, да. Ну, может быть, у кого-то есть, но это уже вопрос такой, рассчитывать устройство и существенно удорожать его под некий совершенно случайный, единичный случай, как бы, потребитель. Нет никакого смысла. В большинстве своем наиболее востребованный сегодняшний день вход это SPDIF и USB. Даже мы от оптики даже отказались, потому что она на самом деле сейчас ушла в область домашнего кинотеатра практически полностью. То есть как бы даунгрейд произошел стандартно, ну не стандартно, а даунгрейд области применения этого форм-фактора передачи данных. Почему не А это принципиально, потому что ЦАП это ЦАП, он должен только преобразовывать. Потому что это устройство ультимативного уровня. Мы сделали флагманское устройство, а не комбайн. Помехи. Два или три в одном. Это устройство, которое призвано, я уверен, абсолютно в этом завоюет свою нишу на рынке и задаст свой стандарт качества. А вот то, что вы считаете маркетинговый частоход, есть такая информация, что когда его внутрь встраиваешь, ты можешь S2S, по-моему, имеет специалист, какая-то связь близкая, которая позволяет получить абсолютно... Ничего она не позволяет, это все от лукавого. Абсолютно правильно. Ничего она не позволяет, да нет такой связи, которая позволяет. Вы это проверяете? Да. Все эти связи, это, знаете, ну, это разговор до утра можно продолжать, он абсолютно бессмысленный. На секундочку немножко, пожалуйста. Просто всем немножко много, ну, наверное, многие меня знают как Links Audio, во многих как бы
ситуации. Не, ну это от вашего усурения. Дело в том, что 15 лет я занимался тем, что я передавал информацию от сети транспортов по E2S, по тому самому, и обратно в синхронизацию. В конце концов, я все плюнул. Никакого. Если правильно реализован алгоритм передачи, если правильно реализована линия передачи, если правильно реализованы программное обеспечение вот этой пакетной связи и синхронизация, то разницы не будет никакой. Все проблемы разницы интерфейсов, все, абсолютно все, ровно 100% проблем разницы в интерфейсах заключаются в разнице их реализации по помеховой установке и по синхронизации. Сделают, то все на этом. Значит, у вас АК-90 или 97? У нас 44-93 сейчас. Данном конкретном экземпляре. Да, данном конкретном, 44-93. Мы убрали любое указание на конкретный чипсет, который будем использовать. С одной целью уменьшить все эти разговоры, какой. Дело в том, что я еще, значит, вот по поводу как бы кристаллов, ЦАПов не вернусь. Опять же, основе долго этим занимаюсь. Первый ЦАП я сделал в 96-м году. Надо 18-62, этим очень долго занимаюсь. Так вот, на основании всего того, что я за всю жизнь переделал, там эти сотни вариантов этих ЦАПов, могу сказать, что от самой микросхемы ЦАП, если у меня есть некий как бы заданный качественный порог, высокий, достаточно высокий, вот, в реализации устройства зависит 20%.